В диалоге с бизнесом в Серпуховской торгово-промышленной палате прошла встреча главы муниципалитета с предпринимателями. Какие вопросы обсудили за круглым столом, расскажем далее. Во время встречи с главой предприниматели рассказывают о своей деятельности. Торгово-промышленная палата в Серпухове была основана в 1994 году, начала функционировать в 1995. Организация является одной из старейших и крупнейших в России. В нее входит порядка 250 представителей бизнес-сообщества. Мы являемся мостом между властью и бизнесом. Встречи на площадке торгово-промышленной палаты, в отличие от таких официальных встреч в администрации, где есть совет руководителей, инвестиционный совет, у нас здесь они проходят в такой неформальной обстановке, и это позволяет наладить эффективные взаимоотношения с властью, задать, может быть, те вопросы, которые не всегда удобно задать там на официальном мероприятии, и получить ответы. Это очень важно, это всегда приветствуется и помогает нам. Помогает в первую очередь создать благоприятный бизнес-климат в Серпухове и в регионе в целом. Для меня встреча с вами, с руководителями наших крупных предприятие очень важно. В принципе, наверное, мы в состоянии как-то помочь, понять и поднять проблематику той или иной конкретно взятого предприятия, как минимум политического образа, для того, чтобы попытаться эти вопросы решить. Решить, например, вопросы развития IT-технологий, цифровизации и дальнейшей реализации проекта «Умный город» на территории округа. У нас в палате гильдии предприятий информационных технологий более 20 ведущих предприятий, связанных с этим направлением, в нее входят, и мы с удовольствием готовы помогать муниципалитету во всех вопросах, связанных с этим направлением. Это сейчас неизбежный абсолютно процесс, он экономит довольно большие ресурсы на любом предприятии, и цифровой город, цифровое присутствие – это то, к чему стремится каждое предприятие, поэтому я думаю, перспективы очень серьезные. Во время встречи также обсудили ближайшие планы по совместной работе торгово-промышленной палаты и администрации. Это проведение общегородской выставки промышленности и производства в Серпухове.